В рамках подготовки к завтрашнему турниру у Насти появился новый спарринг-партнер. Это чемпион парка Горького, чемпион нескучного сада, чемпион Таганки и чемпион Черкизова. Олег Петрович делится тайнами своего мастерства. Солнце? А, поменяю. Вот на второй стол. Или поменяйтесь. Или на третий стол. Настя, поменяйтесь местами. Надо привыкать. Да, да. Нехорошо, отлично. Это они реагируют на нас, Настя. Борис Николаевич, тебя на шарики поставим сейчас. Это достойно, шарики подавать таким игрокам. Ну ничего, пока он подождет, пока подготовится, лыжи мазью намажет. Вот да, мощь, мощь, мощь. Браво, браво. Сопли это наши все. Ну, это Локомотив, наверное, забил, раз такие вопли там. Да, ну, барабаны бьют. Вчера репетировали барабанщики. С отскока блок он делает. Да, что такое Петруша? Я побуду здесь, до подачи шарика. Да, я тебе говорю, шарики сзади, постой, конечно. Это он смахивает просто, видишь, как хорошо. Совсем другая игра, видишь? Как топ-спин, нет, это называется накат, по-простому. Сейчас поставим.
переходить. Хорошо, хорошо. Хорошо, говорю. Конечно. Вот его надо пригласить. И сюда. Ну, это достаточно. Привет, Витя. Привет! Свободно, да? Конечно, конечно. Хорошо, все равно хорошо. Олег Петрович. Здравствуйте. Здрасте, Нина. Ну, давай, Саня, еще продукты сделай. Нина. Ничего, зато 10 ударов было точных. Вот у нас мальчик специально здесь шарики подает. Мальчик, как тебя зовут? Не мальчик, а дедушка. 73 года. А шарики как молодой подаешь? А да. Ты подаешь сначала шарики подавать будешь, а потом и тебе ракетку дадим. Ладно. Вот еще боец приехал. Ага. Это тоже хорошо. Вот сейчас надо будет с ним играть. Ой, Настя, я с ней играть не буду, что она мне забьет. Нет, ты видишь, ну ты возвращать так же не сможешь точно. Нет. Тут же все, вот это вот такой спарринг-партнер, ты понимаешь, у нас как, какую ценную ценность представляет. Игорь, а, ну ладно. Не трогай. Да, да. Игорь, привет. Я побежал. Молодой дедушка бегает. Чего в руке прячь? Я бы. Говорят, надо по штуке сидеть. Играет он одни часы. Супер. Мне думается, Игорь, он победит. Сейчас это, он будет играть с этой напарницей, а я с Настей играю, она меня забила просто, я с ней могу поиграть с ней, вот, да? Играет женщина, играет. Да я знаю. Поиграешь, да? Два-три удара, Спасибо. Ага. Спасибо. Спасибо огромное, Олегу Петровичу, благодарность. Я думаю, Настя, после такой подготовки ты завтра будешь первая. Завтра буду во всеоружии. Игорь, я всегда.